Всем привет, зрители и подписчики канала Эрик Антона. И сегодня наступил день Черной Пятницы. Во-первых, идут скидки на наборы. Я такой вижу в первый раз. Соответственно, это мои наборы, которые мы сейчас откроем, да? И идут скидки на золотые наборы. Например, большой золотой премиум набор стоит 15 тысяч монет. Вроде как со скидкой, ну не знаю, по-моему, он и до этого столько стоил. А редкий набор идет за 25 тысяч монет, но все это мы уже как бы открывали. А смотрите, что новое. Каждый час новые предложения в наборах. Целый день акций на выбор. 24 часа. Ощути хайп. Команда недели уже в наборах. Быстрые ПК в течение часа. Это вот один мы сейчас выполним с вами. И пока Черной Пятницы. Ну и здесь, конечно, просто феноменальные игроки. Блин, ЦП Видаль, Погба. Я бы просто, блин, Погба. Его кто-то берет за 1,5 миллиона, берут Погбу. Ребят, это просто бомба. Ну не знаю, если он нам выпадет, это просто будет просто дикая чума. Итак, идем в ИПК. Смотрим, что нам сегодня дают ИПК. Роберто Карлос появился. Ну, блин, ребят, честно, это просто надо немерено денег. Тут надо состав собрать, средненько 87. Такого количества монет у меня нет. А вот быстрый ИПК я сделал. Завершайте это испытание скорее, пока не закончилось. Награды можно продать. И в награде редкий золотой набор. Здесь все просто. Игрок из одной страны максимум 4. Игроки из одной лиги 6. 5 золотых и 77 сыгранность. У меня был уже вот этот Альбиол из Наполи. Ну, а все остальных я собрал уже. Можете смотреть, какая лига, какая команда, за копейки. Потому что никого не оставлял. Возможно, уже с этих наборов я себе поставляю игроков. Конти. Ну, тут все дешево обошлись, поэтому набор обошел очень-очень дешево. Ну что? Один ИПК Черной Пятницы выполнен. Редкий золотой набор получим. И пойдем открывать уже 4 набора. Да, 4, ребят. Все верно. 4 набора. Редкий он останется редким. А пока начнем с обычного золотого. Спина, по-моему, он у меня уже был. По-моему, был, если не ошибаюсь. Да, скорее всего, это дубликат. Все верно, это дубликат. Так, быстрая продажа. И редкий тренер Сенсио Консецио какой-то. Я, блин, не знаю, что это за тренер, если честно. Наверняка меня поправят. Но стоит он копейки, я вам скажу, ребят. Дичайшие копейки. Так, ребят, ну что, редкий золотой набор оставим на потом. Открываем большой золотой премиум набор. Погнали. Дубликат Кейхева, да, дубликат Кейхева. Еще ему сонда дубликат. Ха. Так. А сколько стоит? Сколько стоит? Он стоит не очень дорого. Но в любом случае мы попытаемся его продать. А вот Кейхил. Кейхил, по-моему, стоит нормальных денег. Ну да. Вот этот уже серьезный парень. Наш, так сказать, клиент. Кехила мы уже загоним как надо. Ну, в принципе, в целом неплохо. Так. Продаем вот эту шляпу всю. И хотелось еще посмотреть именно англичанина Зума. Сколько он стоит? 1200. Нет, мы его оставляем в клубе. Так, отправить в клуб. И, наверное, оставим еще вот этого игрока. Остальное сейчас все будем продавать. Ну, соответственно, на контракты оставим.
Ну что, ребят, два набора и открываем большой золотой премиум набор. Погнали, погнали. Ну. Ребят, даже не редкие. Жесть какая-то. Так, оставим игроков вот этих. Соответственно, вот это все мы в клуб отправляем. Уже пошли конкретные дубликаты из Англии. И сколько стоит, я так понимаю, это новозеландец. Блин. Я, честно, не знаю, в каком ПК он используется, но стоит он нормально. И, ребят, в конце видео будет небольшой кусочек для подписчика, который оставляет больше всех комментариев на моем канале. Он очень просил об одной вещи, чтобы я ему показал. И мне даже уже самому интересно узнать, сколько у меня, так сказать, игроков из английской премьер-лиги. Соответственно, давайте открываем золотой, редкий золотой набор и смотрим. Ой, блядь, что это? Кто это? Блядь, а что же так мелькнуло-то так красиво-то? Я уж подумал, там какая-то бомба меня ждет. А это обычная шляпа. Пинеда, блядь, ну это пипец нахрен. Да, чё смеяться, жесть, вообще просто игрок стоит 650. Вы сами понимаете, что с этим делать. Так. Фалка какая-то, блядь. Блядь, игрок какой-то, я его где-то слышал. Ну чё он тут стоит, понятно, 1000. Ай, ладно. Оставим этих ребят. Ух ты, ух ты, ух ты. А вот это уже интересно. Итак, ребят, в редком наборе выпадает еще один набор игроков. Получаем наборы. Что он нам дает? Набор из двух игроков, включая два игрока, один из которых редкие. Ну давай, что-то особенное. Просто редкий игрок. Блять, ну это просто пипец, блять. Опять этот Пинеда, блять. Я вот только что продал, блять. Ну, то есть выставил на трансфер, и опять он мне попадает. Ну, блять, ну это просто пипец, блять. И какая разница, какой это пак, редкий, не редкий, но это просто жестянка. Вы посмотрите, сколько он стоит. Ну это просто, блять. Слов нету никаких, просто одни эмоции. По-моему, какой-то набор. Что-то у меня уже продалось на трансфере. Давайте посмотрим. Да, что-то продалось. Давайте еще выставим вот это вот. Так, и давайте зайдем, сейчас посмотрим, сколько у меня английских игроков. Просто в любое испытание. Давайте в Роберта Карлоса. Здесь еще кумира необходимо обменять хотя бы одного. А, даже левого защитника, жесть. А, ну не важно, сюда любой кумир, наверное, подойдет. Так, давайте любой. Лига. Мой клуб. Так, гражданство убираем. Итак, смотрим. У меня, получается, есть вот это вот, по сути, мой основной состав. Будем считать, что... Ну, не все... Ну, будем считать, что как будто бы это мой основной состав. И получается, считать будем следующую страницу. На каждой странице по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. По 10 игроков на страницу, ну, по сути, на состав. То есть, сколько страниц, столько, по сути, и команд. Две можно вычесть, это моя команда, да? Две страницы. И, соответственно, так, назад. Да, кстати, его я хочу использовать. Итак, да, и Вильямса куда-нибудь можно впихнуть. А, кстати, в Манчестер его можно запихать.
Нафиг он не нужен, он слабенький. Итак, у меня 12 команд, а всего команд будет, по-моему, в английской премьер-лиге сколько, я что-то уже забыл, 20 или 18 команд. Ну, в любом случае, по сути, у меня половина, более половина где-то будет команд. То есть надо будет докупить всего лишь немножко игроков. Я думаю, с этим проблем не будет. Вот, ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Черная пятница. Всем пока.